Брали. Это-таран-тан-та-та-та-тан. Давай-ка побеседуем с этим чудиком. Так, виноградик я тебе понес, держи. Побенцы принести. Кто у нас кто вообще? А, пошли Джаред это найдем. Это вроде напротив. Я не ошибаюсь, блин. Пару раз случайно ее находил, теперь буду искать бегать. Так, стоп, у меня корм-то есть вообще для моих? Нету. Так, во-первых, корма надо прикупить, штук сразу 200. Сразу этот все отремонтировать. Ружье сильно хоть не покорябалось, это тоже хорошо. Одно ружье надо спрятать. Рошиня. Как здесь нельзя потыбрить по сундучкам, полазить? Ох, как этого не хватает в этой игре, тебе скажу, если честно. Так. На, вон. Так, Микс просит вас помощи. Джаред, который... Так, установите огород. Нажав R, откройте режим установки. Режим установки виноград. Когда виноград созреет, нажмите R, чтобы собрать урожай. Так, урожай, новое оружие. Установите огород. Какие семена там не надо установить? Смастерить удочку. Сделать удочку способом. Купить пустой дом. Переоборудовать мастерскую. Ну что, пробуем? Велии, пустой дом, да? Давай пока бежим к Велии тогда. Пустых домов у меня здесь довольно хватает. Ну, я тут почти всех поскупал. Мастерскую где я могу сделать? Мебельный цех мне... Погоди, мебельный цех? Да, я в курсе. Второй уровень у нас. Так, древесина. Да, тут надо все будет производить. Это будет гораздо проще. До второго уровня-то довести я могу. Правда, с удочки здесь я не очень хочу парить голову себе. Так.
Порошок черного камня, конечно, его будет надо, это мягко сказать, до хрена. Мне надо... Добывали руду. Тут вообще такое есть. Ревна надо сделать всего лишь. Пошли. Ревна-то у меня хоть есть с собой? Конечно, нет. Я молодец, да? Сейчас пойдем деревья хоть порубим. Так покинь, ты сидишь там дома, чай гоняешь, там молоко пьешь, ну ладно, тут деревня, не знаю там, и тут прибегает такой чувак, тебе там запрыгивает такой, ха-ха, я сейчас буду тебя рубить дерево, вот мило. Так, вот насчет мебельного, давай-ка посмотрим, кстати говоря, может я кровать смогу сделать, хотя толку мне сейчас от кровати, у меня это энергия, надевать ее некуда, знаете, что за хрень еще. О! Я могу сразу доску себе выбить. Ладно. Добро пожаловать в деревню Ведь. Планируете использовать здесь склад? Честно, нет. Ну вот выбора тоже нету. Был бы выбор, я бы еще согласился. Но вот так как выбора нету, приходится, блин. Тут всего два уровня возможно сделать, да? Так, а какую удочку-то надо сделать? Простую? Ясеня. Какая удочка нужна? Вот это я не помню. Так, производство купить дом, так. Сделать удочку. Какую? Ну давай простую. Сделаем тогда, что поделать. Так, простая удочка. Управление производством. Ох, нифига себе он ее делать будет. Бедолага. Так, а мы давай тогда взглянем кое-что другое. Блин, я что-то сомневаюсь, что это основной город, ну да ладно. Так, Кальфиончик, а ну-ка открой-ка мне секретик один. У нас есть здесь мастерская уровня получше. Нет, я помню, где-то здесь была неплохая... Верфь. Блин. Не хочу на этом говнокорабле, который мне дали, даже пытаться плавать. Ювелирная мастерская. Вот это бы не помешало. Склад. Грибная ферма. Да не нужна мне грибная ферма. Бараки, амбар. Бараки, амбары, это тоже все не то. Ставим здесь вера говёная.
Так. О, мебельный цех. А, и кровать я не могу сделать. Прекрасно. Так, ладно, плавильня. Что золото нужно? Да вы охренели, что ли? Сначала мне нужны хорошие, блин, инструменты будут. Твою же дивизию, где тут найти себе нормальный японская блоха? Мастерскую? Погоди-ка, о, третий уровень мастерской, отлично. Так, а ну-ка расскажи-ка мне, подругонька, что у нас здесь будет? Стальной тесак. В принципе-то неплохо получается ориентировочно. Стальная кирка. Третья максималка, да? Блин, ну какая бы она ни была, все равно. Арбалет. Ну это оружие, понятно, все. А посохов мы не делаем, какая прелесть. Так, ладно, давай-ка для начала попробуем разобраться, как бы мне тут руду себе прикупить. Работников на руду тут можно как-то запиндюрить? Или мне руду тут надо вручную собирать? Эх, ладно, народ, я пока на паузу иду, сейчас поищу. Ну чё, давай-ка немножечко побазаем с дядькой, к которому бежали. Мечтаю штурмани, который поведет нас к солнцу. Тебе что, блин, ракету построить? Увы, пока удачи не на моей стороне. Так. Стоит зайти на постоянный двор. А ты что продаешь, дядь? Ты нас продаешь бригантина. Укрепленный корпус. Погоди, а я могу тут что-то активировать? Для использования сюда, Азима. Его зарегистрировать. Регистрация. Окей. Так, регистрация. Титаник. Где мне ввести имя-то? А, увижу. Ну а что, первый корабль Титаник будет. Потом сделаю свой. Так, на корабле меньше 20% продовольствия. Используйте мне судно, чтобы обеспечить его припасами. Прочность почти лям. Да, лям, ага. Максимальный вес 2000. Так, ладно, вес весом. Дай-ка я хоть посмотрю, что на этом судне, блин. И что, мне на него, блин, запрыгивать, что ли? Ты издеваешься? Прекрасно. Купился лодочку. Давай хоть лодочка или как? Всплывай. Вот. Вроде моя. Как мне залезть? Как мне залезть на собственную лодку? А, гениально.
Ой, блин, обожаю это все. Я хоть на корабле-то своем могу погулять или как? Или здесь так, просто его поставил и даже на него не сесть. Мне в меню. А, о, блин, твою ж дивизию. Хрен бы я так догадался. Так, здесь у нас что вообще? Две пушки даже есть. Круто. Так, лады. И все, да? Нажмите R. Информация о снаряжении. Ага, парусник, Титаник, защита 0. О матросах сведения. Первый уровень. Здоровье 630, ну ладно. Матроса какого-нибудь еще наймем, информация о внешнем виде нет. Че примем-то, нет, сейчас никого не жарко. Мне сундук, что ли, сюда поставить или как? Нет, здесь меню установки я никакого не вижу. Так, пушка. Здесь у нас что? Корма. Девонька, ты куда полезла? Фу-фу-фу. Слазь. Обезьянка ты маленькая, блин. Так, ну веревка-то я понял. Сейчас тут максимальный вес, хорошо. А грузовой отсек, что-нибудь еще. Да уж. Как все, блин, понятно. Тут, наверное, надо какие-нибудь дополнительные опции запендюривать в этот корабль. Ладно, пусть он пока стоит. Я надеюсь, не заржавеет. У тебя что есть-то? До гильдии нет. Магазин гильдии. Суть ветра. Галера. Зачарованная фанера. Да уж. Здесь, блин, мягко сказать, усраться в школу не ходить. Так. Ладно, давай-ка я корабль пока заныкаю. А, вот погрузка груза. Во оно чё. И мы можем грузить это либо с моего инвентаря, либо так вот, да? А, 2000. Всё открыто 3 слота. Так, это к еде не подходит, да? Так, ну насчет еды, значит, надо будет подумать немножечко. Так, снабжение. А, снабжение продовольствием и пушками стоит 200 тысяч серебра. Ну лады. Так, ладно, пока сдать на хранение, пусть он там стоит. В общем, продовольствием снабдили. Налям продовольствие там. Блин, я думал, самому хоть продовольствием надо будет снабжать. Но это вообще не по кайфу. Это вот, конечно, большой косяк.
Могли бы сделать так, что мне надо там пойти нарвать. Вот, вот это вот надо было взаимосвязано все делать. Но это они что сделали? То есть, я купил продовольствие, все готово. А что за продовольствие я купил? Может, оно стухло? Почему я не могу, к примеру, мясо пойти набить, пожарить там? Блин, выпускает много очень контента, который можно связать между собой. Чтобы у тебя было продовольствие, к примеру, ты должен сделать производственный цех этой еды. Или купить там, к примеру, там яблоки, еще что-то такое, там для матросов. Хрен с ним, пусть другой товар будет. Ну так, что они сделали? Упростили, конечно, это хорошо, но тут ни хрена не просто в этой игре. Что-то они тут упростили. Они упрощают то, что не нужно. Ой, божечки ты мой. То есть то, что не нужно, мы упростим, а то, что нужно, мы давайте усложним так, чтобы было непонятно даже, как с ружья стрелять. Это я вот такой стрельбы еще в жизни не видел. Да, с этой игры я удивляюсь сильно. Нападение на карету будут. Давай. Не понял. А где нападение на карету? Подраться, думал, с кем-то хоть. Угу, обломался. Нет, ну конечно, меня это очень расстраивает, то, что вот именно все через одно место именно сделано. То, что вот не нужно, они сделали через одно место реально. Ну, это, конечно, фееричный косяк. Ведь можно было сделать реально, что ты корабль должен загрузить продовольствием. Продовольствие можно было отдельно сделать. К примеру, хорошее поднятие духа экипажа, еще там что-то. Ну почему это не сделано? Уровень 6 эксперт. Ай. Подумай, сколько мне этих камней надо, так дурно становится. Да, на огород, кстати, можно других, других людей сажать. Это не проблема. Но я пока буду думать, как это лучше все организовать. Надо подумать, во-первых, тут мир поизучать, побегать. Где расположить производственные цеха, где расположить склады. Это будет нужно потом. Ладно, побежали в Хидель. Кстати говоря, город такой маленький, да? Так, а что у нас Хидель вообще может из себя предоставить? К примеру, склад, перерабатывающий цех. Ты мне можешь черный камень брони сделать, да? Ух-ё. Ну, верфь, конечно. Плот. Это раньше, так полагаю, этого задания по кораблям не было. Все на плотах катались. Нет, я бы на плоте сейчас туда прокатился, до острова-то. Да, но вот вопрос, у них тут хоть река-то и есть. Ох. Корабль бы еще поулучшать как-то. Порт, это понятно. Делать производство по умолчанию, плотницкое. О, ювелирочка. А, ну да. Так, погоди, может, кузница мне поможет? Больше одного рабочего, кстати, здесь нужны бараки, уже пробовал нанимать, кому интересно. Все такие вот пироги.
Камни, в принципе, есть довольно-таки интересные. Порошок черного камня нужен будет везде. Надо будет его делать просто, мягко сказать, блин, в массовых количествах. Наковальня, перерабатывающий цех тут тоже. Короче, хрен его поймешь. Может прибежать. Так, говоришь, теперь вы Хидель, ну хорошо. Я Лучана, тебе помогу. Разве ты можешь... Поищешь себе большой дом. Конечно, для этого необходимо иметь кое-что. Я не очень хочу. Дорогу в долине реки. Как решил сопрос жильем, тогда тебе нужен будет склад. Хидель складом управляет. Ознакомиться с кладовщиком. Ну, пошли, ознакомимся. Не очень-то, я говорю, желание. Знаешь, что-нибудь в фестивале Хидет, фестиваль, кажется, фестивальным драконом. Добрый масштабный, просто пригодится любая помощь. Ты ведь можешь помочь нам, сейчас нам не хватает досок из ясеня. Досок из ясеня. Здесь... Подготовка не утихает ни на минуту, как нам объяснить, не хватает рук. Сейчас дефицит дистиллированной воды. А вот насчет воды-то я не знаю, смогу ли ее достать. Ну, ясень-то я хрен с ним нарублю, а вот воду-то я где тебе надыбаю? Ольха? Ох ты, Ольха. Хорошая деревца. Сейчас еще ясень искать, которого тут дофига было раньше, но сейчас нифига. Вот и ясень. Ольха, Ольха, Ольха. У меня... Ой, у меня-то место здесь хрен да ни хрена. А удочка, кстати, изготовилась. Вероятнее уже изготовилась, да? Дай посмотрю. Давай забежим за удочкой. Я не знаю, надо как-то, блин, тут с дурацким инвентарем разбираться. Что-то уже нереально становится. Надо хорошо подумать, наверное, миссии надо пойти, основные попроходить. Ладно, ясеня добудем. Миссии основные надо проходить. Открыть все города, которые есть на этих островах. Вот, чувствую, это можно открыть только дополнительными миссиями. Короче, фиг знает, что делать. Слушай, я еще даже не знаю. Тут слишком много всего напихали. Просто тупо разбегаются глаза. Так просто. Оригинально. Так, охотничье ружье новичка. Короткое описание, я аж охренел. Прошу прощения за выражение. Ладно, ясень еще давай подрубим. Надо будет подумать, что здесь еще можно будет такое сварганить.
Будем пробовать так потихонечку, буду небольшими кусочками, отрывками проходить эту игру, но, блин, это мягко сказать надолго. Ну, народ, на пенсии увидимся все, да? Я доживу до пенсии с этой-то игрой. Так, сколько досок ясеня тебе надо? Отдать доски. Ну, по идее, мне как раз две доски и надо. Но то, что я выбиваю эти доски именно с ясеня, это мне немножко... Ой, вальха не нужна. Удивляет. Так. Пошли отдадим. Отлично. Яня... Как сделать дистиллированную воду? Куски железа. Сколько тебе надо их? А насчет дистиллированной воды я даже не знаю, слушай. Как ее тут добыть-то? Шорт его знает. Так, ладно. Пошли заберем удочку. Погоди, я дистиллированную воду вроде видел. Понятно. Это у нас была готовка. А, вот она, да? Нагреть, просеять, высушить, нарубить, измельчить, смешать, пристрелить, застрелить. А есть кулинария. Целлюлоза. Кованая вода. Надо как-то, блин, подумать. Этот волк, который бегает, я понять не могу. Это питомец чей-то или как? Или какая-то фича разработчиков? Ладно, сейчас на паузу выйду. Так, погнали на склад, заберем удочку. Где мы тут вообще очухались? Ага. Отремонтируем на всякий случай кирку еще. Где там наш? Кузнец, мудрец. Так. Терпение. Быстрее, я сказал. Что это такое? Почему 1000 ремонт стоит? Вот мне интересно. А это что, не подлежит ремонту, что ли? Опанай. Хороший топорик. А с моим молотом ты поговорить не хочешь? Уверен, что я смогу улучшить этот мусор? Я не знаю, сможешь ли ты отремонтировать этот мусор. Ты его даже не ремонтируешь, я понял. Значит, топор нужно получше брать. Хм. Так, забираем удочку. Планируете использовать здесь склад? Я вообще не планировал ничего, но вот выбора у меня тоже нету. Эти две удочки сброшу. Рогатый. Да ёлы-палы, вы издеваетесь, надо много оружия. Нет. Фестиваль тоже нет. Вот. Сделай удочку, купи пустой дом. Вели и переоборудовать его в мастерскую. Положить на склад материала. Древесину выбрать на карте. Мастерской с помощью. Будьте осторожны. Нет, цель у Фреда. Какой Альфреда? Да
Я же все сделал. Удочку смастерил, смастерил. Может, не та удочка. Ладно, НИП. Где мне этого Альфреда найти? Какую мне удочку нужно было сделать? Господи, опять начинается. Как меня этот маразм бесит. Ладно, народ, я закончу на этом. Я хрен его пойму, как это, куда сейчас бежать, что за удочку нужна. Вот кто мне объяснит? Ой, все, с меня пока хватит. Я сейчас перерыв сделаю, надо отдохнуть, а то у меня мозг иногда взрывается. Ой, Альфреда, и где мне этого Альфреда искать? Артемио, Августин, Паулицио. Да твою ж дивизию. Угу. Это писец какой-то, блядь. Что за идиотизм? Не, народ, короче, я заканчиваю. Увидимся в следующих сериях, когда я буду их. Я не знаю, но такой дебилизм. Блин, ну сделай ты удочку, какую хрен поймешь, а потом как я его искать буду? Запоминайте, что должен каждого NPC.